Мыс Кунгасный. Льда нет. Штиль. И солнечная погода. Вот напротив пляжа вот такая отстроенная высотка. Может быть, гостиница. Как-то на жилой дом не очень похоже. А с другой стороны еще одна стройка. Еще одна высотка на берегу моря. Прошлогоднее кафе. Еще все закрыто. Сам себе велосипед, а пункт проката будет. И даже есть самокат. Кто-то приехал сюда, поставил. А тут что-то разровняли. Может, еще одно кафе построят или беседки какие. Здесь тоже был такой пустырь в прошлом году. А теперь здесь тоже похоже на кафе. Столики. Пол такой деревянный. Сеть кофеен. Меланж тоже откроется летом. Не видела в прошлом году. Здесь все перекопали. Прошли немного дальше, а здесь и музыка есть. Еще одно кафешко, еще одна, и фонарики есть. The river flowing by. I
вот так, может быть, к лету все здесь облагородят и можно будет больше пройтись по берегу моря. На пути к остановке. Вот такой здесь вид.